Луковицы гладиолуса крупноцветкового Color Club, Color Club похожи во время цветения на диковинных тропических бабочек. Крупные треугольные цветки с волнистыми лепестками окрашены в сиренево-лиловый цвет. Нижняя часть имеет широкую неровную сливочно-кремовую кайму. Гладиолус очень яркий, на солнце не выгорает, он привлекает внимание сразу, как только на нем останавливается взгляд. Растение отводит главную роль в садовой композиции, высаживая к нему в компанию только цветы нейтральных светлых оттенков. Высота растения 120 см, длина цветоноса почти 80 см. Цветки плотно сидят на колосе, одновременно раскрыты до 15 штук. Гладиолус крупноцветковый Color Club – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гладиолус крупноцветковый Color Club можно отнести к группе «обыкновенные». Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гладиолуса прекрасно подходит телипца и открытый грунт. Расцветает гладиолус крупноцветковый Color Club в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы гладиолус могут быть до 80 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-12 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что гладиолус крупноцветковый Color Club – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.